Вы начали говорить о тех людях, которые жили в Усть-Сольске. И известны они не только в пределах Усть-Сольска, но далеко за пределами республики. Вот. Сегодня мы эту тему продолжим, но мы возьмем как бы вот три главных критерия, по которым вот обраны эти люди. Это, во-первых, они должны обязательно жить какое-то время в нашем городе. Второе, они должны быть известны далеко за пределами только города, но и республики. И третье, они должны оказать влияние, то есть оставить какой-то след в нашем городе. Вот только Керенская, скажем, ее сын Олег. Да? Олег знает, я говорил, что она весь мир как одно из самых лучших в мире инженеров-мостостроителей. Но он же ни одного моста у нас не построил. Да? Вот. Единственное, что он Сколопов, да, вот это оставил след. И Ольга Керенская не оставила. Сегодня мы будем говорить, которые оставили след в нашем городе. Владимира Никоновича Старовского, и где-то здесь находился дом, где жили его родители. Вот. И, конечно, все вы, наверное, знаете Старовского, как минимум, то, что его именно названо улицей. Да. Я дважды коснусь этой улицы, потому что она очень интересная и символична. Начну с казуса. Знаете, где-то на, по-моему, на первом или на втором съезде Коми народа выступил один делегат, который высказал правильную мысль, что вообще надо давать имена улицам каких-то наших деятелей. Но дальше он сказал полную мысль. А тут улицу назвали в честь какого-то то ли еврея, то ли поляка, какого-то там Старовского. Вот сразу сообщаю, что Старовский, во-первых, родился в Коми селе Помостиково. Во-вторых, во всех анкетах, в паспорте, во всех анкетах он писал, что он Коми. В-третьих, он знал прекрасно Коми язык, это был его родной язык, наизусть знал стихи Виктора Савина. Ну и, наконец, самое главное, он сам себя считал Коми. А это, наверное, главный признак, по которому можно какую-то этническую принадлежность человека определять. Вот. А насчет фамилии Старовского, почему у него такая не Коми фамилия, которая, кстати, потом позже, я об этом расскажу, она чуть было не сыграла роковую роль его жизни. Вообще, надо сказать, что сегодня будем касаться людей, у которых фамилии и имена вот как-то сыграли роль в его, их жизни. Вот. У Старовского тоже, ну, это было, конечно, в начале 50-х годов, но к этому я еще подойду. Вот. А происхождение существуют разные версии. По одной из версий, что, возможно, его предок был сильный поляком. Вот. Но он остался, женился. Отец его из Вологодской области, но мама, по крайней мере, у нее Тютюкова, она из Усть-Сольска, так что, так сказать, его можно и по крови считать Коми человеком. Ну, видя, кого кровь вошла, да? Хотя вот, как это, росток по слову важнее, как говорит родился. Родители его закончили, очень образованные люди были, они закончили Петербургский химический институт и их распределили в село Помостиново, где в 1905 году родился Владимир Никонович. Через 5 лет они переехали в Вильгард. И вот, кстати, тоже пересечение с тем, что мы говорили в прошлый раз. Школа, которая построена по проекту архитектора Полопова, мама преподавала в течение очень-очень многих лет, преподавала математику. И сын тоже увлекался математикой, но время было очень беспокойное, гражданская война. Надо было что-то жить, время было голодное, очень были нужны грамотные люди, поэтому 14-летнего Старовского тут же, так сказать, припахали. Ну, это вообще время было, когда, знаете, 17 лет командовали полком, а он 15 лет провел первую перепись в Усть-Сольске. Вот. И вот устроили его бюро, статистическое уездное бюро. Сначала дело производителем, там просто бумаги перебирать, а потом он увлекся. То есть, как видим, Старовский не выбирал профессию. Его профессия выбрала. И он до конца жизни оставался статистиком. То есть он никогда и не изменял. Вот как стал статистиком, так вот и остался. В 20 лет, так сказать, первое серьезное дело, он провел перепись населения Усть-Сольска. В 21-м, когда закончилась гражданская война, он окончил учебу. Он, естественно, поступил в Московский университет на отделение статистики факультета общественных наук. Закончил с отличием, аспирантура. Отзывы самые замечательные, его берут Центральный стат управления. Оно, кстати, постоянно меняло название, я буду называть ЦСУ. Потому что оно ЦУНХУ называлось, Центральное управление учета народного хозяйства какое-то время. Вот. А почему оно меняло название? Потому что у большевиков была такая теория об отмирании статистики по мере строительства социализма.
Ну, вы знаете, у большевиков вообще все должно было отмереть. Государство должно было отмереть, там грань между городом и деревней должна была отмереть, а вот ничего не отмерло, как все осталось. Вот. А государство, вы знаете, слово статистика, оно ведь однокоренное со словом state, английское, означающее государство. То есть оно как бы связано с государством, поэтому вот тот, кто возглавлял вот эту ЦУКУ тогда, или ЦСУ потом позже, Центральное статус управления, он как раз и придерживался этой теории, с чем, так сказать, очень сильно Старовский спорил. Но сам он при этом в политику не лез, он не был членом партии. Он просто занимался наукой, он 3-4 года защитил докторскую диссертацию. И вот тут я сейчас снова вернусь к улице. Вы обратили внимание, что улица как немножко странно идет, да? Ровно посредине ее не просто пересекает коммунистическая, она как бы ее ломает, да? Она идет немножко чуть-чуть уже в другом направлении. Вот ровно, когда ему было 34 года, 35 почти, да, а он прожил 70 лет, то есть ровно посредине жизни, он вступил в коммунистическую партию. И с того времени жизнь пошла абсолютно иначе. Да? Еще к тому же вторая семья, там находится экономический факультет, там и все это проходит. А вот этому событию предшествовали очень трагические обстоятельства, которые вошли в историю как расстрелянная перепись. В 1937 году Центральному статуправлению поручили провести перепись населения. Старовский участвовал, но не на первых ролях. Вот. Ну, Сталин очень большое значение придал этой переписи. Она должна была показать вот правильность его курса, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, население размножается, оно увеличивается, видите, как мы все замечательно живем. И по его прикидкам население должно достигнуть 170 миллионов человек. Но как они не старались, счетчики, выше 163 миллионов не получалось. Население уменьшилось. Это результат голода, в первую очередь, да, который прошел там в Украине, Поволжье, Беларуси, во многих регионах. Начавшиеся репрессии, там еще там много-много факторов. Ну а самое главное, люди жили очень бедно, и поэтому, естественно, что им было не до того, чтобы рожать большого количества детей. И Сталин был очень возмущен результатом переписи. Они все были признаны недействительными. Причем поначалу даже объявили, что, ну типа ошиблись, ребята не учли там, что кто-то в командировку уехал, кто-то в лес ушел там, кто-то на работе был. Но можно подумать, что вот эти статистики дебил, что они понимают, как надо проводить перепись. Вот. А руководство и многие переписчики были расстреляны. Объявлены врагами народа, потом вообще сказали, что это. И это поэтому и вошла в историю как расстрелянная перепись. И в 1939 году проводят повторную перепись. И поручает его Старовскому. И вот с этого, говорю, и принимает его в партию, и все, так сказать, дают ему первое такое поручение. Естественно, что он уже повторить это не хочет. И эта расстрелянная перепись дальше висела над ним, как дамоклов меч, постоянно всю его жизнь. А он умудрился, значит, он ее провел. Правда, обработать не удалось, началась война как следует. Вот, но ему вручили за проведенную, как надо, перепись орден Ленина. И поставили во главе Центральный статус управления. И, кстати сказать, это министерская должность, она потом позже стала министерской должностью, она не продержалась 35 лет, по-моему, это рекорд. Не знаю, Гормыка вроде меньше. Вот. Но вообще больше никто настолько на министерской должности в советское время не продержался. Вот он придержался при Сталине, еще и Брежневе. Да? Вот. А ему удалось. Причем на очень опасном, как мы знаем, участке, где вот не так статистику дашь и все. Но дальше началась война, и дальше потребовалась, конечно, уже правдивая статистика. Статистика во время войны, это, кстати, вот, как правило, как-то мало об этом говорят, но это очень важно. Статистика во время войны играет роль не меньше, чем военная разведка, может даже больше. Потому что надо знать не только тем, что располагает враг. Надо знать, чем располагаем мы, в первую очередь, да? А что у нас-то есть? И поэтому статистики работали не покладая рук, с утра до ночи. Потому что первое, что понадобилось, например, скажем, первое задание, надо, вот начали эвакуировать предприятие, срочно узнать, сколько, где находится, в каких местах находится пустующее здание, чтобы там разместить. Потом там сколько кабеля нужно, сколько всего. Вот. И почему это все срочно надо, понимаете, вот немедленно. Для этого Старовский придумал такие срочные переписи. Они проходят от 7 до 15 дней примерно, очень быстро переписывают, все дают данные и кладут на стол, кому нужно. Вот. И Сталин его похвалил, так сказать, сказал, что статистика работала как часы, он получил второй орден Ленина за это после войны. Но дальше начали уже немножко, так сказать, у него пошла уже не так хорошо. Ну, первый звоночек прозвучал, когда ему дали поручение посчитать, какой немцы
вернее, война еще нанесла ущерб, и сколько людей погибло. Ущерб, ну, ценных тех лет, поэтому сейчас буду сказать, по тем временам огромные, 1 триллион 850 миллиардов рублей. Но это еще ладно. Но больше всего, но самое страшное, ну, мы сейчас знаем, что 27 миллионов реально погибло войны, это сейчас специальная цифра. По его подсчетам получилось 18 миллионов. Я не знаю, почему, честно говоря, не 27. То ли он пытался ее занизить, то ли, может быть, не всем располагал сведения, не знаю. Трудно сказать, но как бы то ни было, получилось 18 миллионов. Но 18 миллионов Сталина до предела возмутили. Потому что получается, что победа Пирова. Помните, да, так сказать, начальник Пиров генерал Скопьев это самое, сказал, что еще одна такая победа, я буду без армии. То есть, ну что это же, значит, немцы кровью залили. Вот. Естественно, это как бы принижало роли, и поэтому... А Сталин предполагал, да, много, миллионы, но не более трех. В конце концов, сошлись на цифре 7. И, конечно, Старовский, понимая, чем он закончит жизнь, согласился, и 7 так 7. Все, официально выдали цифру 7 миллионов погибших. Вот, но это был первый звонок. Второй, более серьезный, случился... Да, в 49 году еще второй звонок отменил, вышло постановление о неудовлетворительной работе статистики. Вот, не знаю, что они там нашли, но... Старовский вышел на трибуну, покаялся во всем, во всех грехах, все, мыслями и немыслями, ему все простили, более того, преобразовали, оно было садоуправление при госплане, оно стало самостоятельным, он получил, он стал в ранге министра, то есть как-то это тоже обошлось. Но в 51 году прошла еще более серьезная, в 51 году прошла экономическая дискуссия по экономическим вопросам. И был там такой экономист, Лука Ярошенко, который на этой дискуссии выступил с резкой критикой учебника по политэкономии. А предисловие к этому учебнику написал сам Сталин. Ну, правда, с Ярошенко решили разделаться легко, его уволили с работы. Сталин написал, нигде еще такой тарабарщины. А, такой тарабарщины не писал еще ни один марксист. Такой вот резолюции нашел. Отправили Ярошенко в Иркутск, но... Ярошенко не успокоился, он продолжал критиковать, он говорил, что учебник никуда не годится. Сталин говорит, да что он успокоиться никак не может, успокойте его. Все, естественно, арестовали, поместили на Лубянку, но это было мало, надо же было какой-то заговор за ним раскрыть, не мог же он сам. И решили, что за этим делом стоит Старовский, потому что он был научным руководителем его диссертации. Старовского вызвали в политбюро, а он был членом ЦК, это очень важно, что довольно... Ну, глава статуправления, это очень большая должность, вызвали на политбюро и обвинили в том, что значит, он пытался оправдаться. Что, да нет, я... Вообще, так сказать, диссертация как докторская, которую он писал под моим руководством, она была на другую тему, что ничего, так сказать, я его не говорил. Сталин говорит, нет, вот ты, так сказать, это... И его тоже приняли вот решение политбюро снять с работы, а московскому горкому партии, значит, рекомендовали, ну, значит, что рекомендовали, значит, исключить его из партии. Но дальше, конечно, понятно, но это еще мало. Когда он уходил, уже собирался было уходить, Сталин другого там спросил, а вот кто он по национальности? Ну, вот он сказал, ну, написано, что понял. А Сталин же не нарком нации, да, начинал свою карьеру. Он разбирался. Нет такой фамилии, коми фамилии Старовского. Он польский еврей. А польский еврей в 51 году, это вообще-то серьезно, как бы, это было серьезное преступление. Началась борьба с космополитизмом. И, значит, а он еще и скрыл это. И когда его вызвали уже московские на бюро Московской горкома партии, озволял его Хрущев, Хрущев орал на него, кричал. Его обвинили, что он ни много ни мало, а он вообще покушается на вождя. Что он, так сказать, глава заговора там. А в качестве главного аргумента это то, что он скрыл свою национальность. Вот он польский еврей, а тут взял и вот написал, что он польский. Это было как бы главным аргументом. И дальше началась 3 месяца муки адской. Он с работы снят, из партии он исключен. А дела-то передать некому. А передать надо, потому что статистика была почти вся секретная. Вот. И он вынужден ходить был каждый день на работу, где от него как чумного шарахались все, значит. Он приходил, сидел в кабинете рабочий день и уходил. Вот эта пытка длилась 3 месяца. Казалось, он не выдержал, позвонил Молотову и спросил, когда выйдет постановление, кому не передавать дела. А он говорит, я не знаю, позвони Сталину. Тогда он позвонил Сталину.
И спросил, когда Юрий Сергеевич, когда выйдет постановление о назначении нового главы статуправления. Он сказал, ну раз постановления нет, продолжайте работать. Ну и результат. Короче, ему восстановили его в должности, простили, восстановили в партии. А тут стали номер, началась оттепель. И на него посыпались награды. Он вообще-то сказал, он 4, по-моему, член ревизионной комиссии ЦК, делегат нескольких съездов, депутат Верховного Совета Советской Республики. Вот тут как бы вот его деятельность, это оценивать, наверное, была двоякой. С одной стороны, он, конечно, поставлял те цифры, которые были нужны тем. А тем нужны были все время разные. Сейчас это другой вопрос, давайте Косторовского не променяю. Разные. Хрущеву нужно было, что через 20 лет построен коммунизм. Да. Брежневу было нужно, что у нас развитой социализм. Ну вот, приходилось так, понятно, за что пишет на него Сасаныч. Но с другой стороны, есть и положительные вещи. Во-первых, кстати, он старался максимально рассекретить статистику. Он считал, что засекреченная статистика, она сдерживает развитие экономики. При нем еще при сталинские времена, по его инициативе, стало выходить действия статистики, другие журналы появились. И сейчас выходит вопрос статистики. Во-вторых, кстати, вообще старался какие-то методы новые. И самое главное для нашего изучения, он никогда не забывал, откуда он родом. Он все время следил за развитием Республики Коми. Вот это здание построено по его инициативе. Конечно, мы сейчас будем механизистом, но в те времена это вообще был последний. Во-вторых, самое главное, что, знаете, в то время статистики в Коми размещались несколько кабинетов Дома печати. Оттуда они получили целое здание. Он бывал много раз в Сыктывкаре, вообще в Республике Коми. Он подружился с местным руководством, особенно с Асимом Васильевичем Паневым, председателем совета министров, а потом это Дубиновцы занимал. И надо сказать, что вот это знакомство, это дружба за Асимом Васильевичем самым бессовестным образом пользовался. Но не себе на благо, а на благо нашего города и республики. Потому что, понимаете, Засим Васильевич человек был очень чистолюбивый. Ему очень хотелось сделать максимум для республики. А в те времена он не сам как-то я с ним беседовал, не задолго до смерти, он говорил, что, понимаете, говорит, баню нельзя было без разрешения Москвы построить. А он был инициативный, ему все что-то хотелось, а все спускалось сверху. Например, вот развитие нефтянки, уголь, это все сверху решалось, госплане, ему спускали, и они должны были подчиняться. А у него самого идеи были. Например, когда пришел один инженер Лен Гумпрома и предложил, а вы знаете, вот можно под недалеко от Сыктывкара построить крупнейший ропец свежий бумажный комбинат. Схватил эту идею, пришел в Москву, стал пробивать, а ему там говорят, что вы что, сейчас у нас зачем? У вас железной дороги нет. Напомню, в 61-м году не было, то время еще не было. Зачем нам здесь это самое? Вот в области это понятно, а здесь не надо. А там, понимаете, вот еще много зависело от того, какие кабинеты зайдешь, куда, чего. Старовский был, так сказать, первым консультантом. Да? Потом касается театра, но об этом я расскажу позже. Особую роль, конечно, он сыграл в создании университета. Тоже мы говорили, вообще надо сказать, что когда в конце 60-х город уже очень сильно изменился. Я вот в 66-м вместе с мамой и с отцом, значит, мы уехали жить в Кишинёв, а в 70-м вернулись, и я город не узнал. Он так сильно изменился за это время. Это вот во многом благодаря, кстати, тому, что строился Сыктывкарский ОПК. Сейчас заканчиваю. Понятно, что дальше необходимы были кадры, нужен был университет. И когда он пришел, ему говорили, да у вас там захудалый городишко, что никому, так сказать, там не нужен, и все. Единственный, кто поддержал из начальства московского, это был Старовский. Конечно, он нужен. И он сделал просто, он дал задание. Посчитайте своим, сколько кандидатов и докторов наук, какой бы национальности. Выяснилось, что несколько сотен, там что-то 140, по-моему, кандидатов, несколько десятков докторов. Потом он позвонил министру высшего и среднего образования. Сначала, так сказать, такой разговор, а потом все прав вверх. И он ему эти цифры изложил, все. И, короче говоря, Засим Васильевич Панев считает, что во многом то, что есть университет, это во многом заслуга, в том числе и Старовского. Умер Владимир Никонович.
1975 году, прожив 70 лет и выйдя на пенсию только в 70 лет. Он человек, который, наверное, трудоголик, который не мог жить. Вот, уже был будущий тяжело. Значение. Он скончался через 2 года пожарный проезд. В Сыктывкаре получил имя Старовского. Вот. Ну, как видим, совершенно справедливо. А сейчас, поскольку мы говорили о советском государственном деятеле, мы сейчас плавно перейдем к антисоветскому деятелю. Но чтобы переход был плавным, я в середке расскажу про советского писателя с демократическими мечтами.